В 1804 году мая 20-го по старому стилю утром на заре в родовом имении селе Новоспаска и Смоленской губернии. Вскоре по рождении моем матушка моя принуждена была предоставить мое воспитание бабке моей Фекле Александровне, которая, овладев мною, перенесла меня в свою комнату, где я провел около 3 или 4 лет, видясь с родителями весьма редко. Я был ребенком слабого сложения, весьма золотушного и нервного расположения. Бабка моя, женщина преклонных лет, почти всегда хворала. В комнате было, по крайней мере, 20 градусов тепла по реамюру. Несмотря на это, я не выходил из шубки. По ночам же и часто днем поили меня чаем со сливками, со множеством сахару, кренделей и бубликов разного рода. На свежий воздух выпускали меня очень редко и только в теплое время. Бабушка моя баловала до невероятной степени меня. Несмотря на это, я был ребенком кротким и добронравным. Одним из любимых моих занятий было ползать по полу, рисуя мелом деревья и церкви. Я был весьма набожен. Выучась читать чрезвычайно рано, я нередко приводил в изумление мою бабку и ее сверстниц чтением священных книг. Музыкальные способности выражались в это время страстью к колокольному звону. Я жадно вслушивался в эти резкие звуки и умел на 2 медных тазах ловко подражать звонарям. В случае болезни приносили малые колокола в комнаты для моей забавы. Когда я был по 10-му или 11-му году, играли квартет Крузеля с кларнетом. Эта музыка произвела на меня непостижимое, новое и восхитительное впечатление. Я оставался целый день потом в каком-то лихорадочном, томительно сладком состоянии. И на другой день, во время урока рисования, учитель, догадавшись, в чем дело, сказал мне, что я все только думаю о музыке. «Что же делать?» – отвечал я. «Музыка – душа моя». С той поры я страстно полюбил музыку. Оркестр моего дяди был для меня источником самых живых восторгов. Когда играли для танцев, я брал в руки скрипку или маленькую флейту пикколо и подделывался под оркестр. В начале весны 1822 года представили меня в одно семейство, где я познакомился с молодой барыней красивой наружности. Она играла хорошо на арфе и сверх того владела прелестным сопрано. Ее прекрасные качества и ласковое со мной обращение расшевелили мое сердце и воодушевили мое воображение. Желая услужить ей, вздумалось мне сочинить вариации на любимую ею тему из оперы Вейгля «Швейцарское семейство». Вслед за тем написал я вариации для арфы и фортепиано на тему Моцарта. Потом собственного изобретения вальс для фортепиано. Это были первые попытки мои в сочинении.